Мы иди сюда. Пять мы мечом вот мне уже кинули. Две равные команды. Две равные команды играют, да? Как называется? Депортиво Эспаньол. Депортиво Эспаньол. Это две команды, да? Да, да, разные. Между ними, да, идет игра? Да, да, да. Сейчас прямо в онлайне. Сейчас прямо идет. Чуть больше получаса. Так, 22 минут. 22 минуты. А когда закончится? Ну, 90 минут. С перерывом через 45. Ты говоришь, как будто я в курсе, я не знаю всех этих. Ну, 45 минут тайм. Сейчас так, ну, короче, минут. Давай, как нам определить тогда, что какая команда победит, так, да? Вот я и говорю, как это все сделать. Сейчас решим. Дима, какая команда победит? Вот из названных двух, как они еще раз называются? Депортиво, Эспаньол. Вот смотри, Депортиво победит? А, нет, видишь? Нет. Эспаньола победит? Видишь, не машет головой. И говорит, видишь, щелкает клювом что-то. Победит, значит, что-то в этом есть. Или какой-то спорный будет, наверное, да, счет. Спорный счет, наверное, да? Наверное, да. Спорный, это что, ничья? Ну, или ничья, или какой-нибудь нечестный гол. Ну, я так думаю. Короче, счет оказался 0-0. Команда, как там команды эти? Депортиво Эспаньол. Депортиво Эспаньол, короче, 0-0. Гусь сказал, что не победит вот Деспортиво, да, вот это. А потом, когда его спросили, может, что-то будет ничья, он тоже давай что-то маячить. И походу, короче, все-таки вот прям в цвет сказал. Там такие заминки во время игры были, вообще там с пенальти не забили, вообще красавчики, что-то да? Раз в 100 лет бывает. В общем, чудеса, короче. Вот. Угадал Гусь, короче.